Итак, ребят, всем привет. Видео начинаю в машине. Просто я еще не доехал до копы. Выехал я пораньше, пацаны приедут попозже. Сколько будет народу, пока неизвестно, но 4-5 машин точно. Но я к чему завел речь? Обычно я начинаю прям непосредственно с копы. Вы знаете, около Сергиевска сейчас проезжал, и меня обгоняла Toyota черная. И, знаете, обгоняя меня, посигналили и включили аварийку. Блин, без задней мысли, наверное, подумал, что это меня узнали. И на самом деле, ребят, это оказался комрад. В ВК он мне отправил сообщение. Денис Лукманов. Вот, Денис, привет-привет. Вот, так что, что откопаем, ты узнаешь. Я тебя приглашал, ну, не знаю. Видно, у тебя дела. Вот такая, ребята, частенько меня где-нибудь в Самаре, в Тольятти видят мой автомобиль и узнают. Либо Шкоду мою, либо Ниву. Вот, так что очень приятно, когда узнают, обгоняют, посигналят, аварийку включат. Так что, ребята, от души. Ну, а сейчас приедем, покопаем. Что откопаем, обязательно покажем. Ну и все, едем, осталось совсем-совсем чуть-чуть. И он говорит по рации, что нашел пятачок. Серега, говори, какой пятачок? Пятак Николаевский, наверное, формат. Сейчас код посмотрю. Давай снимай, я сейчас покажу пацанам, что ты нашел. Пятак Николаевский, наверное, формат. Сейчас год посмотрю. Сейчас он заснимет, ребята. И вы узнаете, что он там нашел. Да и заодно и я узнаю, что за пятак он нашел. Давай снимай, я сейчас покажу пацанам. Да, я уже снимаю. Ух ты, это вроде сохран хороший. Сейчас от перчатку потру немного. Ну, с этой стороны надо чистить, а орел вроде вообще отличный. Ну, с почином. Попробуем сейчас в лагерь придем, немножко отмоем. Может быть, и год просмотрится. Щеточкой. Ну, орелик, прям даже гербы видно все. Отлично. Хоп. Продолжаем. И матерился очень сильно. Это у нас 5 копеек, 1871 год. Но с дыркой. С квадратной. Квадратная дырка — это от гвоздя. Кто-то гвоздем его саданул. Печаль печальная. ЕМ. 5 копеек 71. У меня около 20 монет сейчас. Вот, у Сереги 2, Рустик 0, Женек 0. Я тут приехал. Да. Я вообще копать сегодня. Не будешь копать? Может, буду попозже. Устал. Вот, устал с работы. Так что, ребят, все еще впереди. Это только первая часть. Надеюсь, вторая точно будет. Изюминка, надеюсь, тоже будет. Сидим около костра. У меня же уже есть изюминка. Вы говорили, что вам хочется пообщаться около костра. Возможно, сегодня мы и посидим. Потихаря. И приходит, там, блядь, лягушка сидит. Он ебаный насос вроде. Че, блядь? А она? Ну, снимай сейчас. Не, я не снимаю. Рассказывай, рассказывай. Снимай. Ну и вот. А она ему человеческим голосом, представляешь? Говорит, ты меня поцелуй. Он говорит, это зачем еще? Она говорит, я хорошую девушку, говорит, превращусь в такую красивую. Он такой, блин, заинтригованный. Дальше, говорит, раз поцеловала, она, бам, такая девчонка красивая. Ля-ля. Он говорит, ты что дальше? Он говорит, ну что, говорит, теперь это, люби меня, говорит. Он ее и так полюбил, и сяк полюбил, и так, говорит, все, раз уже, фу, говорит, и что дальше, говорит. Он говорит, теперь, говорит, женись на мне. Он говорит, нет, жениться я не хочу, говорит, у меня в планах вообще не было этого.
Он говорит, ну тогда я обратно в лягушку превращусь. Он говорит, да мне похуй, вообще превращайся, кого хочешь. Раз опять в лягушку, знаешь, он ее берет такой в карман, говорит, лягай, такая штука удобная. Кто не раз слышал, ребята, ищите видео. Итак, ребят, Серега ходит по огородам. Он здесь вкусняшки им наподымал. И мы с Рустиком тоже пришли к ним на помощь копать монетки. Вы знаете, выпала крупная, практически верховая. Вот такая вот бабух. Крупная монетка. Крупная монетка, ребята. Отвали. Пока датировать. А, все, могу. Это у нас Павел. Судя по размеру, это двушка. Здесь пока ничего не видно. Ни год, ничего. Или разглядим год. Нет, год не видно. Но это Павел. Вот такая зачетная монетка. Прикольно, прикольно. Может, что выпадет? Ходим вот по таким вот распашкам по огородам. Ребят, походили по этому огороду, и видно старые капочки, то есть даже верховые пробки здесь. Все это как бы здесь когда-то кто-то ходил. Но все же, находки, находки, вот она, монеточка, размером, наверное, с копеечку или что-то в этом роде. Что за монета, хрен пойми, ребята, вообще непонятно. Ну, 36 на озерке какая-то, как будто серебро, блин. Ну да, что-то проглядывается. Фу, вы, блядь. А что именно, ребят? Не знаю, вот смотрите, вы видите через объектив что-нибудь? Я вот не знаю, даже вам сказать не могу. Ни год, ни номинал. Мы можем только предполагать, что это серебро. Ну, не знаю. Пятнашка или двадцатка. Стоп, 1800 какой-то год, что ли? Да, это серебро. Ну, с почином. У меня серебро есть. Теперь и у Сереги. У Кинга даже баклажка есть. Да, у Кинга баклажка есть. Дурачки, блин. Дурачки. Репьев он нахватал, блин, вы даже не представляете, он как ежик был. Кое-как его почистил. Ладно, найдем что, покажем. Итак, ребят, у меня тоже находка. Наверное, сейчас уже хрен найду, блинский. А, нашел, вот она. Гонял ее, конечно, долго. Че это? Пуговка. А, пуговка. Пуговка. Такая. Ну что, 18 век, да? 18 век. Продолжаем, ходим. Итак, ребят, ходим, бродим. Вот здесь заболоченная часть. И вот этот носорог Кинг в болото залез. Грязнющий. Я предполагаю, он сегодня пешком поедет. Ну я к чему? У меня монета. Вот она. Выпала монетка. Год сразу хочу сказать. 1869. 2 копейки. Монета затертая. Вот она монетка. 1869. Ну ничего. Первая монета на этом огороде. Итак, ребят, на этом мы будем заканчивать. Собрались в путь дорожку. Предстоит намотать 150 километров. По находкам у нас сегодня получилось вот на четверых как-то вот так вот. Серега сегодня красавчик. Он ходил по огородам, ничего у нас он не шурфил. Вот, остальные занимались шурфами, ну и по огородам немножко пробежались. Ну, начну, пожалуй, с меньшего количества. Здесь у нас что самое интересное? Наверное, 10 копеек
щитовичок и трешка. Затем у Рустика получилось несколько пятачков. 37-й, 40 какой-то, 48-й вроде, и 46-й. Вот, только можно отметить эти три пятачка. Следующий, кто? Это мои находки, все шурфа, буквально все, абсолютно все, за исключением нескольких экземпляров, это была двушка с полей, а остальные все с одного шурфа. Самое, что вкусное у меня, единственное, это 10 копеек серебряные. Пуговка вам показывал, орляночку не показывал. Ну и Серега, в принципе, зашел на огородики набитые, которые уже хожены. Ну и собрал всех царей. Двушка николаевского образца, александровская. Затем пятачок, вроде как неплохой. Вот это серебрушка у нас, ребята, и павлик. Не знаю, как сохран будет, но будем надеяться. Две пуговки-гирьки, два крестика, обломок от колокольчика. Как-то вот так, ребят. Получилось, в принципе, неплохо, я думаю. Самое главное, выехали, отдохнули. Времени вечер, и сейчас мы собираемся домой. Так что ладно, копали. А вот здесь... наша компания честная. Так что я думаю, что это не последний выход в этом сезоне. Будем еще копать, продолжать, пока колом не встанет земля. Ну, когда колом встанет, мы все равно будем копать. Найдем где покопать. Так что смотрим, подписываемся. Всю зиму будет интересно. Так что и все. Находки показали. Надеюсь, не обессудьте. Но бывало и лучше. Знаю, сейчас начнете писать. А некоторые вообще ничего не копают. Вы, Александр, зажрались, да? Ну, у нас бывает получше, покучерявее. Так что все. Пока. До новых встреч.